Ну, считаю, что соперник не обидится, если я скажу, что заслуженная, конечно, победа. Сегодня мы играли атакующий футбол. Моментов было десятки. Забили мы только два. В общем, игра, ну, команда соперников мы, конечно, знакомы. Ожидали, что они будут играть плотно в защите. Иногда грубовато. Ну, сегодня у нас были замены и были быстрые игроки на флангах, и мы смогли добиться результата. Ну, с чем связано, что Торпеда счет первый открыли, до 20-й минуты была ничья, потом не забили, а вы только во втором тайме начали реализовать? Ну, скажем так, первые 20 минут у нас было полный контроль мяча, да, моментов было много. Что сказать, они выбросом от вратаря забили гол, да, то есть мы знали, что у них сильный нападающий, который хорошо играет головой, скидывает налево-направо. Я команду предупреждал защитников, чтобы в таких случаях один сразу бежал к вратарю, когда он скидывает. Ну, почему-то все стояли, и никто не побежал, и они забили, да. То есть, у вас теперь 3 очка отставания от истоков всего. То есть вы как рассчитываете до 3-го места кубки доползти? Ну, или да, может даже до 2-го. Ну, конечно, будем стараться. А вот исток, конечно, столько хороший уровень. Последние игры они играют очень хорошо. Я думаю, что если будем собирать состав, то можем побороться. Да, конечно. Ты как тренер? Василий не прислал лучшего игрока матча все-таки, на твой взгляд, вас? Лучшего игрока мяча Женя Борисов. Который гол забил? Нет, он гол не забил. А, он карточку получил. Да, это который карточку получил. Ну, наверное, пробежал сегодня 15 километров. Бегал налево, направо, в центре, в защите, в нападении. То есть он был сердце и легкие, скажем так, нашей команды сегодня.